продолжаем наш рассказ с того места, где мы остановились, на компании Annabelle Artaud. Здесь мультибренд, видимо, оптовая компания. Lila представляет кружева, полотна турецкие. Камильфо, тоже наши друзья, выпускают прекрасную предпостельную одежду. Здесь тоже запланирован подробный репортаж, поэтому не буду останавливаться пока, чтобы вы просто получили представление, как Апани, Украина, Кифа, Украина. Тоже людей много, очень оживленно, очень. Это, видимо, оптовая компания. Всем известная компания Conte. И купальники представляет теперь, и корсетку. Все знают ее как все-таки производителя колготок. И одежда. Есть ли компания? Есть ли и Conte Lingerie. Вот эту нам рекомендовали фирму Элен в качестве такой вот. Очень сильную продукцию выпускают, интересную и по цене хорошую. И здесь тоже мы сделаем репортаж с этого стенда отдельно для вас. Миа-Миа, Тигран Татевасян, руководитель в Москве, здесь их представительство. Миа-Мела, Миа-София, все это здесь. И еще другие бренды, у них сейчас 12 брендов. Активно работают, заказы пишут. Это интернет-магазин, а вот здесь выставляются белье и купальники. Там стоит хозяин. С ним поговорим о том, как работает здесь интернет-продажи, интернет-магазины. Ой, прошу прощения, зацепился. Это Польша. Очень интересная здесь эротика. Будем знакомить ее, с ней вас. Отдельно. Польская компания. День добрый. У нас в России ее представляет Bikini Top. Только что они были на выставке в Москве. И теперь здесь, на CPM. Collection Premier Moscow выставлялись. Теперь здесь. Italia Fashion – это польская марка. Здесь уже Nautique. Kalinka. Это все идет Украина. Украина. Здравствуйте, девчата. Снимаю, репортаж делаю. Отлично. Так, и Лиска. Сейчас мы прервемся и отдельно запишем Лиску.